У Гомельской областной библиотеке имя Ленина прошла презентация книги Михаила Дедовца «Журавлиный клин». Ее промерковали до юбилею ветеранского руху у системе МУЗ Беларуси и Дня оборонцев Айчины. Письменник и журналист Михаил Дедовец – автор 8 книг, выдаденных у разные годы. Многие его творы публиковались и у коллективных сборниках, и часописах. Это замалевки и оповедания правобитных деятелей, ветеранов Великой Айчиной войны и органов внутренних справ – воинов-интернационалистов, героев ликвидации наступства катастрофы на ЧАЭС. Книга «Журавлиный клин» – серебряный лауреат международного литературного конкурса «Золотое перо Руси 2020» у номинации «Военно-патриотичное выхование». Под ее обложкой именно собраны, написаны мной рассказы о людях, которые прошли Великую Отечественную, Афганистан, Чернобыль, проявили себя в борьбе с преступностью в наши дни. К сожалению, многие ветераны, которые там есть, заслуженные, они уже ушли из жизни. Слава Богу, некоторые живы. И мы им вручили уже эти книги прямо на дому. Многие тоже герои получили свои книги с моим автографом. Но очень приятно, что в зале сегодня присутствует большинство из моих героев. Сёлета ветеранский рух Министерства внутренних справ Беларуси святкует 30-годие. На презентацию книги пришли ее герои, ветераны органов внутренних справ, письменники и представники громадских организаций.